В районе стадиона «Авангард» Subaru Impreza и Mazda Tribute не поделили дорогу. Один водитель не предоставил преимущество другому. Разбираться придется с сотрудником ДПС. Данный перекресток в районе стадиона «Авангард» уже давно пользуется дурной славой у автомобилистов. Вот и этот день не стал исключением. Mazda Tribute спускалась со стороны улицы Капитана Шефнера на зеленый сигнал светофора. Рулевой поворачивал налево в сторону площади Луговой. Subaru Impreza собиралась пересечь перекресток снизу вверх, тоже на разрешающий сигнал. Рулевой Mazda выехал на перекресток, подставил Impreza правый бок, за что немедленно поплатился. Несмотря на значительные повреждения, транспортные средства смогут покинуть место аварии своим ходом. На место прибыл аварийный комиссар, но разбор полетов осложняет отсутствие страхового полиса у водителя Tribute. Участникам ДТП остается лишь дожидаться сотрудников полиции.